Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD. Я очень рада вас видеть, мне 36 лет, и я персональный покупатель. Сегодняшний ролик, он долгожданный, мне наконец-то пришла детская посылка из Mango Outlet. Соответственно, я купила все вещи, о которых сегодня вам хочу рассказать на сайте mangooutlet.com. И хочу напомнить вам, что если вы собираетесь в Европу, то обязательно воспользуйтесь той возможностью, которую дают интернет-магазины. Стоят очень часто вещи достаточно дешево, доставка при определенной сумме, например, на Mango Outlet при заказе свыше 40 евро доставка всегда бесплатная, возврат, как правило, очень легкий, беспроблемный. В общем-то, единственное, хочу сказать, что если вы решитесь заказывать на Mango Outlet, и это совсем другой магазин, чем mango.com, то, соответственно, имейте в виду, что доставка у них из Испании, соответственно, может занять неделю, иногда даже 10 дней. Лучше сделать это из России, соответственно, заранее. Отель, скорее всего, без проблем примет вашу посылку на ваше имя, особенно если вы его, этот отель предупредите. Итак, сегодняшнее видео будет посвящено двум вещам, хотя я заказала больше. Я хочу сказать снова вот о такой простой базовой футболке. О ней я видео уже записывала. И хочу сказать, что такие базовые футболки есть у всех. Есть у Mango, у Zara, в H&M. Ну, в общем-то, у всех они есть. В Massimo Dutti детская линия одежды также имеет вот такие самые простые футболки с длинным рукавом. Я говорила, что и такие футболки желательно, чтобы были без резинки. Как вот это, простой шов. Потому как резинка, она простит, дешевит, сложно сказать. В общем, резинка как-то смотрится не очень хорошо. Простой вот такой рукав. И трюк таков, если у вашего ребенка снизу будут штаны темного цвета, либо шорты темного цвета, если это девочка, то, в общем-то, тоже, речь пойдет о юбке, либо о шортах, либо, в общем-то, о брюках, то берите белую футболку. Если же у вашего ребенка будут светлые брюки, то берите темно-синие футболки темно-зеленого цвета. В базовых оттенках они всегда представлены. Соответственно, мы помним, что вот такие базовые футболки, они могут быть не только белыми, они, как правило, бывают всех базовых цветов. Эта футболка обошлась мне в 2 евро 90 центов. И хочу сказать, что средняя цена, допустим, на Zara.it, которая не дает, как правило, скидок на такие футболки, цена на такую футболку не намного больше. Примерно 3.90 и больше, да, наверное, я не видела цену выше, но зависит, вот, например, от наличия таких пуговиц, либо нет. И хочу сказать, что даже без вот таких пуговиц, простой горловины, такая футболка на ребенке смотрится хорошо. Подчеркну, что такие футболки я бы рекомендовала брать что на девочек, что на мальчиков. Футболка на 11 лет, на моего старшего сына. Хочу сказать, что Mango делает большемерные размеры, и вот футболка на 11 лет, а Егору в марте будет 12, эта футболка ему, скорее всего, велика будет, он наденет ее по осени. И я хочу показать вам брюки. Вот такие брюки, они называются чинос, они из хлопковой ткани. И хочу сказать, Настя, тебе большой привет, ты сделала мне очень хорошую, в общем-то, идею подала для моего видео. Я хочу сказать, что такие брюки, несмотря на всю их узость и несмотря вообще-то на все их кажущееся неудобство, очень удобно использовать в детский сад и, в общем-то, для прогулок. Почему? Потому что эти брюки содержат эластан. И вообще вот такие брюки, чинос, они, как правило, всегда из хлопка, соответственно, это одежда, которая дышит. Если эластана, так же, как, в общем-то, и в женских брюках, больше, чем 3%, это значит, что брюки будут иметь тенденцию вытягиваться достаточно сильно. Соответственно, в этих брюках 3% эластана и все остальное хлопок, эти брюки тянутся. Безусловно, это, в общем-то, не такая резинка, как на спортивных штанах, но могу сказать, что мои дети без проблем залазят, куда хотят залезть, и, в общем-то, ходят в сад тоже в таких брюках. И хочу сказать, что мне эти брюки нравятся тем, что, во-первых, они хорошо выглядят. Эти брюки мне обошлись в 9,90. Обычно цена таких брюк в базовых вариациях в районе 13-14 евро. Они, повторюсь, есть у Zara, у H&M, в Mango, в Massimo Dutti, в общем-то, во всех мыслимых и немыслимых детских магазинах. У Benetton очень хорошие вот такие базовые брюки. И хочу сказать, что на базовой модели, как правило, не бывает скидок, поэтому, в общем-то, их можно покупать в течение всего года. И это достаточно удобно, то есть не нужно ждать распродаж. Хочу сказать, что эти брюки, помимо того, что они хорошо на ребенке смотрятся, они очень резистентные. Эти брюки рвутся гораздо меньше в коленях,
вот здесь в районе колен, чем, в общем-то, самые обычные спортивные брюки. Итак, ну помню, как мы выбираем такие брюки. Брючина должна быть к низу заужена, и, соответственно, только так мальчик либо девочка. Вот такие брюки я рекомендую брать и на девочек. Я не очень люблю девочек в юбках, тем более в розовых юбках. И я очень не люблю, когда девочки и дети, в общем-то, одеты в лосины. Лосины смотрятся крайне неаккуратно, коленки вытягиваются. В общем-то, вот так мы подворачиваем брючину. Соответственно, эти брюки можно носить более чем один год, потому как у них вот здесь такое ощущение, эти брюки на 4 года, что они до сих пор еще рассчитаны на подгузник, но в Европе это нормально. Соответственно, попа останется как раз и на следующий год. А если эти брюки станут чуть-чуть коротки, то современная мода допускает, что короткие женские брюки, что мужские, что, в общем-то, мальчиковые и девчачьи брюки тоже короткими могут быть. А если брюки длинные, мы их подворачиваем. Это будет смотреться очень хорошо. Между кроссовком, между ботинком, между кедами может быть голая ножка с низким носком, либо цветной носок, он может быть присборенный, может быть, в общем-то, заправлен вплоть до колена. Соответственно, повторюсь, эти брюки крайне удобны для того, чтобы в них лазать везде, где хочет залезть ребенок, и они очень резистентные, они более резистентны, чем, в общем-то, спортивные штаны. Повторюсь, эти штаны у меня обошлись 9,90. И повторюсь, такие брюки можно найти в детском Бенеттоне, в детском Массимо Дутти. Цена будет примерно везде одинаковая, потому что это базовая модель. В общем-то, соответственно, из-за того, что имеет место быть конкуренция, примерно все производители ставят одну и ту же цену, что на белые футболки, но, повторюсь, они могут быть разных цветов, что, в общем-то, вот на такие брюки. А эти брюки также хороши, что потом из них можно сделать прекрасные шорты. Соответственно, если здесь заносится, а заносится обязательно, может порваться, может нет, потом, в общем-то, обрезаются прекрасные шорты, все точно так же подворачивается, и я вас уверяю, это смотрится очень хорошо. И более того, можно даже не прихвачивать по бокам, если мы сделали шорты. Но если, в общем-то, у вас руки хорошо приложены, и вам не проблема держать нитку и иголку, то, уверяю, прекрасные шорты вы получите, в общем-то, к теплому сезону. Ну, в общем-то, это все мои покупки. Я обязательно покажу вам фактуру, посмотрите, в общем-то, сколько что стоило. Повторюсь, что штаны стоили 9,90, а футболка стоила, в общем-то, 2,90. Ну, как-то вот так все очень просто. Это была Яна Скворцова. Одевайте своих детей красиво, но за совершенно вменяемые деньги, потому что умный шопинг, да, это умный шопинг. Всем хорошего дня, пока-пока.